Бывает карма или нет? Получаем ли мы то, что заслужили? На эти философские вопросы каждый ответит для себя сам. А я тебе покажу оторванного боксера, который точно получил меньше, чем заслужил. Привет, с вами проект Muay Thai CK и я Варченко Виталий. Сегодня у нас видео про то, как непобедимый боксер с рекордом 147 побед и 0 поражений получал по шее от настоящих бойцов. А зовут нашего героя, чемпиона подвала своей мамы, грозы тренажерных залов, внебрачного сына лучших бойцов Mortal Kombat, Чарли Зеленов. Если ты еще не знаешь, кто это или подзабыл, обязательно посмотри обзор на этого тигра в подсказках или по ссылке в описании. Тебе понравится. Итак, первый бой нашего дрыщалыги против реальной легенды бокса Флойда Мейвезера-старшего. Я не знаю зачем, но этот дедушка принял вызов от Чарли, который в своей манере обливал его грязью и говорил, что он никто. По договоренности Зеленов пришел в зал Мейвезера и они боксировали в ринге. Чарли в своей манере набросился с первых секунд на Флойда, но тот хорошо отзащищался, и когда у нашего Кинг-Конга кончились силы после 20 ударов, начал выбрасывать силовые удары, от которых Чарли пытался защищать, а потом просто сбежал с ринга. Но эпогеем этой битвы был поступок Зеленова уже после того, как бой остановили, когда он убежал с ринга. За такое, наверное, не то что забить, закопать мало. Напиши в комменты, что ты думаешь об этом поступке. Следующий бой состоялся против Деонтея Уайлдера. Да, вы не ослышались. Против именно того Уайлдера, уже бывшего чемпиона WBC, машины для убийства с ростом 2 метра и весом 110 кг отборного мяса. Зеленов начал жестко троллить Уайлдера в соцсетях и видео, говоря о том, что он мешок, который ни на что не способен, ну и все в этом духе. И он его катает за 20 секунд. Но финальной каплей стало то, что Чарли позвонил Деонтею по телефону и начал жестко его оскорблять, а потом перевел оскорбление на его дочь. Какой получился бой, смотрите сами. А вот то, что он прославил Чарли, сомнений нет. В принципе, он своего добился. Но дало ли ему это что-то, непонятно. It's a disgrace that there's people out there, sick people out there that who do that. Следующий бой также против профессионального боксера-тяжеловеса по прозвищу Гигант,
Конечно, он далеко не так знаменит, как Уайлдер, но по габаритам даже его превосходит. С ростом под 2 метра и весом 120 кг этот лысый монстр может уничтожить толпу гопников, просто неудачно упав на них. Что вынуждает Чарли идти на такие поединки, остается загадкой. Мочил бы себе подснежников в тренажерке и горя не знал, так нет. Решил попробовать реальный бой. Напиши в комментах, ты бы вышел на спарринг против такой машины за спасибо. Дальше у нас, наверное, самый печальный бой для Зеленого. В этом неравном противостоянии, потому что Чарли это почти Шаокан из Mortal Kombat, по крайней мере он таким себя считает, он сошелся с молодым боксерчиком, который выступает в первом тяжелом весе. Сам бой получился довольно интересным. Наш боксер постоянно двигался на ногах, перемещаясь по рингу. Хотя, мне, честно говоря, было непонятно почему. Неужели он боялся сокрушающих ударов от Чарли? Мог просто его перебоксировать и перебить, стоя на месте. Но это не столь важно. Возможно, он хотел просто поиграться. There's no timeout. Okay, timeout. Okay, timeout. You want too many rounds, 3 minutes. No, no, we're doing work. Okay, right. Go. No, hold up. А Зеленов действовал как полный новичок, знающий один удар. Обратите внимание, как проходит бой. Зеленов пытается пробивать левой рукой по корпусу на выпаде, а наш Али просто его встречает левым сбоку на отходе. И эта ситуация повторяется постоянно. Конечно, нужно отдать должное Чарли. Несмотря на отбитую голову, он с завидным постоянством барана делает одно и то же. И также получает по отбитой голове. Терпеливый парень, ничего не скажешь. He's not even hitting you. No. Oh, nothing now. Go. Nothing. А эпогей этого боя произошел уже за рингом, когда Зеленов сбежал. Как ты считаешь, боксер поступил правильно? Let him go. Okay.
Ну и последний бой, это уже реальный поединок соревнований, которые, судя по всему, у Чарли были единственные, а после этого боя он точно не будет в них участвовать. На соревнованиях тактика Зеленова набрасываться на качков в зале, пока они не готовы, не проходит. Хоть соперник у него и был далеко не профи-боксер, да еще и на голову ниже, в далеко не лучшей форме. Но наше порождение хаоса показал все, на что способен. А что именно, смотри и наслаждайся. Видеокурс «Эффективные методы и системы физподготовки». Увеличь свою силу удара, выносливость и взрывную мощь. Ссылка в описании под видео. Подписывайся на канал, ставь лайк, жми колокольчик и поделись этим видео с друзьями. Пускай знают, как может наказывать карма. А если ты хочешь уметь себя защищать от таких отморозков, как Чарли, забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. Настойчивости в тренировках.